Клуб юных журналистов объявляет новый набор. Ребят ждут в издательском доме. Там они смогут познакомиться с основами журналистики и отработать полученные знания на практике. Ольга Руссел расскажет подробнее. Как написать грамотный текст и подготовить фоторепортаж, научат в клубе юных журналистов при газете «Нарьяна Мындир». В программе клуба теоретические и практические занятия. Этот клуб помогает мне развить мои творческие таланты. Например, недавно я написала такую небольшую прозу, называется «Добрая душа хадная», и этому помогли мои кураторы, которые дали мне, в принципе, эту идею. И я очень благодарна этому клубу, что я смогла такое сделать. Вообще я не знала, что могу что-то написать такое творческое. И я в полном шоке и восторге от занятий. У будущих корреспондентов есть возможность опубликовать свои материалы в печатном издании «Нарьяна Мындир», подготовить портфолио для поступления на факультет журналистики. Есть множество материалов, но самый значимый для меня был написан в честь Великой Отечественной войны про моего дедушку, прадедушку. За этот материал в конкурсе региональных журналистов «Золотое перо» я получил награду в номинации среди юных журналистов. Также юные журналисты на занятиях узнают об истории развития телерадиовещания и телевидения в округе. На практике вместе с фотокорреспондентом издательского дома «НАО» подготовят фоторепортажи для интернет-издания «НАО-24» и «Нарьяна Мындир» и ознакомятся с работой пресс-службы федерального органа власти в регионе. Нам нужны люди, которые умеют писать, которые готовы к новым знакомствам, к новым приключениям. Обязательно приходите, всех ждем! Первая встреча юнкоров в новом учебном году состоится в здании издательского дома «НАО», редакции окружной газеты по адресу улица Ленина, дом 25А, третий этаж. В четверг, 2 сентября, 18:00. Напомним, в ноябре обновленному клубу юных журналистов при «Нарьяна Мындир» исполнится 3 года. Ольга Руссел, Дарья Чупрова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».